Все, зажигалка есть. Сейчас будет активирован портал, и вы увидите, как мы быстро... Давай поспим на начало. Как мы быстро будем прогрессировать. И эволюционировать, можно сказать. Упал пьяный дед. Прямо на землю. Я тоже. До кровати не дошел. Так, осталось вспомнить. О, вот курочка. Да, это гены. Оригинального гена я нашел. Поводок-то у нас есть, привяжи. Он снес яйцо. Портал, можно сказать, почти готов. Блин, надо было ведро взять. Так, все, здесь основание есть. То есть один обсидиан нам всего лишь нужен. Я сейчас его добуду. Он здесь рядом. Только плачущий обсидиан. Для чего, на кой черт нужен плачущий обсидиан? Нужно я выяснить. Его не встречал, а то в новых. Так, все, портал открыт. Иди сюда. Иди сюда, малыш. Так, а ну-ка, пошли, пошли. Фигни не посоветует этот цыпленок. Андрей, ты приготовил уже загон? Нет. Тебе нужно сделать сейчас что-то быстро. Я сейчас тебе второго приведу. Выгуливаю свою курочку. Не переживай, мы будем размножать вас. На этот раз. Никакого клонирования больше. Так, ну я надеюсь, Геннадий все еще жив. Он столько пережил. Он пережил несколько войн. И несколько бомбардировок. Попався, не спрячешься. Иди сюда. Так, что там еще, кстати? А, нет, это дерево. Тростник, если что, да, у нас рядом растет. Сейчас я его добуду и посажу тоже куда-нибудь. Похоже, началась эпоха мирной жизни. Визоры тоже устали. Они ведь живые существа. Да, конечно, они продолжают стрелять. Но не думаю, что они смогут что-то сделать. Они достигли уже максимума. Все, любовь и гармония. И маленький цыпленок уже появился на наших глазах. Рождение природы. Так, что, я надеюсь, это не крипер. Нет, все нормально. Это печенька? А, нет, еще один смотрим. Так, ну, bad play. Сюда. Не стесняйся, заходи. Решил не через... А, я убежал, цыпленок. Убегает, побег из курятника. Почему ты это... Да, блин, он сам туда пошел. Ты сейчас еще последнего выпустил. Да, все нормально, я сейчас всех поймаю. От меня не уйдешь. Один, кстати, вон сам решил вернуться. Да иди ты сюда, да, заталкивай. Так, закрывай. Теперь снова иду. Печенька. Закрывай! Так куда ты? Знаешь, как надо? Выйди. Стой, крипер идет. Печеньку заспамили. Предупреждение, крипер рядом. И скелет приперся. Все, я сбросил его вниз. У меня только кирка алмазная. И мало хп, все, я сдох. Еще один скелет, что ли, заспавнил? Что происходит? Да никто не спавнил скелетов, они сами... И крипер, откуда они, блин, здесь? Я освещал территорию так долго. Сейчас я ему покажу, где он. Он упал вниз. Ну, забери свои вещи. Зачем ты поджег? Его хочу поджечь. Я поджег себя в итоге. Так, скелеты поджег. Аккуратнее, рядом с курицами! Так, я сразу заранее факел расставлю. Было бы классно закрыть эту яму, но мне кажется, визоры рано или поздно вернутся. Скелет, кстати, живой, на удивление. Но сейчас мы посмотрим, кто из нас сильнее. С прыжка! Не ту кнопку нажал и присел, случайно. Никто не пострадал? Никто не пострадал, я двоих смог затолкать, вот еще возле тебя одна здесь, и вон еще вторая. Да твою мать! Воду иди, воду, куда ты бежишь? Я хотел потушить себя зажигалкой. Гена, блин, вылезай. Что-то он не хочет, можешь как-то подсадить его? Да, все эти курицы в маленьком загончике. Извините, ребята, в тесноте, да не в обиде. Давай. Сейчас я затягиваю. Ну... Блин, не хватает места. Толкни его, да-да-да, все, отлично. Так, еще один. Вон еще две. Что-то, мне кажется, слишком много куриц уже. Кого-то можно уже сожрать, да? Да, но самое главное, это стрелы, наверное, на будущее. Они взбиваются уже в стаи, в компании. Это как в тюрьме. Банда Different Games'ов. И банда цветных, так сказать. Ну все, ребят, хватит куриц. Они уже побег скоро организуют. Они просто не помещаются уже.
Я слышал корова. Да, я тоже слышал, как она мычит. Блин, у меня тут яма, может, она где-то вот здесь вот? Ведь у коровы нет забот. Она мычит и молоко дает. До сих пор ее слышу. Вон она, Сань. О, овца. Блин, тебе нужно срочно сделать много загонов. Вон корова. Овцу, короче, я привяжу к дереву, если это вообще возможно. Видимо, нет, да? Нет, к забору привяжи. К забору привязал овцу. Ну все, сельское хозяйство в налад пошло. Осталось картошку выращивать и так, да? У нас будет вообще сельскохозяйственная отрасль развита максимально. Корова не сбежала? Она на дереве, она не сбежит. Отлично. Вот как приятно, когда зритель, наоборот, помогает. Служба МЧС, спасаем корову. Да. Где она? Одна прям над нами высоко. Сейчас я спасу. Помните, как солдат кота спасал? А вот это приблизительно из той же оперы. Я иду, коровка. Ой, свинья. Блин, испугал меня. Свинья, пожалуйста, вниз. Вон туда свинька. Надеюсь, она не помрет. Эй, куда ты? Успокойся. Тихо. Листья надо было под ней. Так, ну живая вроде. Снимать. Жива, здорова. Да, так, теперь аккуратно спасаем корову. Вторая, блин, коровы на деревьях растут. Сюрреализм какой-то. Лови корову. Ты куда толкаешь? Блин, она на забор приземлилась. Блин, с возрастом, мне кажется, интереснее такими медитативными вещами заниматься. Мы вот, по сути, ловим коров, но почему-то это увлекает, это завлекает. Неудивительно, что деды на грядках копаются. Я случайно его ударил. Но она жива. Но разгневана. Блин, на грядку тебя затоптал. Приземлился прямо на грядку. Тихо, свинья. Не уходим! Свинья. Залезай. Толкаю свинью коровой. Все, закрыли. Так, Андрей, где там визор? Мне нужно его чекнуть. Ну, я, блин, за тобой побежал. Послушался тебя. Он паук. Паук, крипер. Оп, пропрыгал. Опа. Где-то тут должен быть спуск. Возможно, это через верху, и он прокопал здесь еще. Ну, во всяком случае, я его отсюда слышу. Да, Сань, за водой. Вода просто прикрыла обзор. Иди сюда. Я здесь. Вон лава, в которой он купается. Купался, во всяком случае. И вон он взрывает. Так, сейчас я должен убедиться, что это он. Different Games, это он. Перед смертью я на него посмотрел. Ну, тебе в чате написал, что именно от него умер. Все, миссия выполнена.